РФ снова накрывает большая вода. Там на Чукотке из-за сильных дождей вышла из берегов река. Паводки сносят на своем пути грузовые автомобили, шаткие конструкции и рушат водные переправы с бешеной скоростью. Пешеходный мост в городе сильно поврежден. Людей экстренно эвакуируют из жилых массивов. Да, вот она, вот она, вот она. Мы выехать не можем. Подъезды, дороги и улицы оказались под толщей воды. Из-за подтопления в Билибинском районе введен режим ЧС. Жилые дома отключают от электроснабжения. Как сообщают Росми, затопило даже аэропорт. Жители сообщили, что в аэропорт людей отвозили даже на Уралах-вахтовиках. Но из-за высокого уровня воды вахтовики начали застревать. Людей пришлось спасать дважды. Накануне в Приморском крае также ввели режим ЧС. В Партизанском районе из-за сильных ливней и наводнения без транспортного сообщения остались десятки населенных пунктов. Сотни домов затоплены. В то же время на Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту целых 12 километров. Сейчас ему присвоен красный код авиационной опасности.